Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 1 декабря в средней школе поселка Атамановка наградили 12-летнего Даниила Ермолаева, который в апреле спас первоклассницу Аню от стаи бродячих собак. Мальчику вручили грамоту от имени губернатора Забайкальского края и подарили фотоаппарат. Я шел на улицу со своими друзьями, увидел, побежала девочка. Из угла выскочила стая собак. Я не раздумывая, они ее укусили за ногу и повалили. Я не раздумывая побежал туда, начал распинывать собаки, кидать их камнями. Оттолкнул девочку, встал, они разбежались. Потом я проводил девочку домой и пошел дальше гулять со своими друзьями. Также Даниил поблагодарил своих родителей, которые воспитали его таким смелым и решительным, и своего тренера по боксу, благодаря которому он такой сильный. Спасенная Аня рассказала, что она гуляла в этот день с мамой и младшей сестренкой. Я перебежала на другую сторону в магазин. Они на меня налетели. По словам мамы малышки, у нее сейчас очень сильный испуг, вылечить который они не могут до сих пор. Мама обоих детей отметили, что в районе очень остро стоит проблема с бродячими собаками, которые стаями ходят по улицам. Как рассказал заместитель руководителя регионального департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Михаил Стуков, такие случаи спасения детей детьми не единичны. Был у нас случай такой в городе Чита, когда мальчик тоже спасал ребенка. И были много случаев, будем говорить так, когда дети, проявляя мужество, проявляя смелость свою, спасали детей в воде, при пожарах детей, в том числе и о бездомных животных. Напомним, что в марте в Чите бродячие собаки насмерть загрызли 9-летнего мальчика, который возвращался из школы домой. Тогда ребенка просто некому было спасти. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.